Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Началась рабочая неделя, да, подготовка идет к Тереку. Вот, условия, конечно, у нас непростые на базе, да, потому что сейчас то снег, то дождь, вот, но ребята не унывают и все тренируются с отличным настроением, в принципе, это не мешает. Вот, сегодня была отличная тренировка, делали там любимые упражнения, там квадраты, подача шланга, футбол. Вот, в принципе, состояние отличное у ребят, да, все выглядят неплохо. Вот, выполняют установки тренера. Все, в принципе, идет в рабочем режиме. Вот, сейчас предстоит очень сложная и интересная игра. Возобновляется чемпионат. Главное – удачно выступить на выезде, вот, и продолжить также удачно выступать в чемпионате, потому что у нас, понятное дело, серьезная задача в этом сезоне. Вот, и очень важно начать. В плане коллектива, да, как я тут обжился, не обжился. Вот. Многих ребят я уже долго знаю, поддерживал связь с ними до этого. Вот, и, в принципе, никаких проблем мне сейчас не возникает. Вот, как будто и не уезжал отсюда, я был здесь долгое время. Ну, во время тренировки уже чувствуешь кого-то из партнеров, может быть, особенно хорошо? Ну, с кем ставят, с тем и приходится хорошо себя чувствовать, но проблем нет. Неважно, с каким защитником я играю в паре, вот, проблем никаких не возникает.